Всем огромный привет! Сегодня готовлю сырные шарики. Особенно оценят любители сыра. Подавать лучше сразу горячими, когда сыр еще тянется. А я как любитель сыра люблю и так готовится просто и даже быстро. Продукты заказывала на сайте Ешь Деревенская. Там только продукты от реальных фермеров. Берем 3 яйца и отделяем белки от желтков. Желтки убираем, они нам не понадобятся. В чашу миксера вливаем 3 белка. Добавляем щепотку соли и взбиваем до устойчивых пиков. По времени занимает у меня 4-5 минут. За это время натрем на мелкой терке любой сыр, какой вам больше нравится, 230 грамм. Отмерим муку 3 столовые ложки, по весу 90 грамм. Просеиваем. Разрыхлитель я не добавляю. Добавляем к взбитым белкам тертый сыр и муку, перемешиваем. Тесто должно получиться не совсем густым, но и не жидким. Берем примерно по 1 чайной ложке теста и катаем шарики. Лучше делать это влажными руками. Теперь шарики обваливаем в муке. В сотейник наливаем растительное масло, так чтобы сырные шарики были полностью в масле. Сегодня я готовлю на масле из подсолнечника холодного отжима. С ним выпечка получается еще вкуснее. А особенно мне нравится им заправлять салаты из овощей и квашеную капусту. Заказывала на сайте Ешь Деревенская. Там все продукты только с натуральным составом и доставка менее чем 24 часа от фермы до дома. Ссылку на магазин я оставлю в описании к видео, и там же вы найдете промокод, который даст вам скидку 500 рублей на первый заказ. Опускаем небольшими порциями шарики в разогретое масло при помощи шумовки. Жарим до золотистого цвета. Готовые шарики вынимаем шумовкой на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем к столу с любым соусом. У меня это сметано-чесночный соус. Очень вкусно и в горячем, и холодном виде. С сыром тоже можно экспериментировать. Вкус будет каждый раз разный. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!